Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала Let's Hard Games, с вами Бабкин. Мы продолжаем проходить Stalker Mystery, и сейчас мы находимся на цементном заводе. Мы удачно пережили выброс. Давайте осмотримся, что в этом здании, и продолжим наш путь. Скорее всего, пойдем на Янов, потому что, ну, у меня вроде как уже перегруз. Поэтому неплохо бы на станцию попасть и, может быть, даже каких-то новых квестов взять. Так, тут у нас покрывало, батарейки и обувь. Лучше бы что-то из еды дали бы. Так, тут у нас есть какой-то спуск. И тут я видел лестницу. Ой. Ага. Давайте посмотрим, что тут. По идее, это я так кружок намотал, да? Ага. Я понял, нам сюда. Где это мы? Окей, мы вышли опять же тут, где и были. Но я думаю, теперь за кадром, скорее всего... А нет, вот еще лестница есть. Я думаю, за кадром сбегаю на станцию. Попродаю ненужные вещи, там скуплюсь, может быть, еды. Что это у нас? Хм, карабин, да? Окей, давайте вообще сохранимся на всякий случай, а то мало ли. Еще. По идее, тут должен быть тайник. Давайте еще выше залезем. Где это стреляются? Не видно, не светится. Так, ладненько, но я думаю... Так, вон собака побежала. Видимо, где-то там. В принципе, я думаю, сбегаю сейчас на Янов за кадром и... А, вон.
Да они друг с другом или нет? Видимо, нет. И, в общем, уже увидимся на станции. Ну и, собственно, мы на Янове сейчас отдадим. Что мы там насобирали? Где этот азот? Я даже не помню, где он стоит. Где-то... Тут вроде. Да? Да. А, в общем, отдадим давайте ему материалы. И чё мне дал? Потерян, потерян, задание выполнено. А, в общем, он мне теперь как бы скидку сделал, да? На ремонт моих вещей. Ну, я вам скажу, что, конечно, лучше... Лучше у кардона это все ремонтировать и улучшать. Но, в принципе, мне пока нечего улучшать. У меня все, грубо говоря, улучшено, кроме вот... Вот этого пунктика. Ладно, у него еще... А, нет, все. То есть у него мы полностью выполнили квест. И сейчас, наверное, давайте просто покушаем. И водичкой запьем. Отлично. Сохранимся, так как мы выполнили еще один квест. Убили... Как дела, охотники? Болотных кровососов, мы можем вот поговорить с зверобоем. Я уничтожил стаю болотных кровососов. 8500 мы получили. Получены координаты тайника. Причем три разных тайника. Отлично. Есть ли у меня какая-то работа? Есть. Недавно группа сталкеров полезла в туннели к северу от завода. Это... По идее, он про цементный завод говорит. Хотя... Возможно, это те туннели, там, где как раз я и был только что, но там ничего я не нашел. А что за мутанты, никто толком объяснить не может. Но только двое ребят оттуда не вышли. Ну, народ на Янове... в общем... В общем, ребята скинулись 6600 и... В общем, ждет, что кто-то рискнет здоровьем туда полезть. Ну, давайте возьмемся неизвестных мутантов. Мне почему-то это кажется, эти карлики с пси-атакой. Окей. Возможно, даже сейчас и будем выполнять этот квест. Почему бы и нет? Я не знаю, ничего, наверное, не будем скидывать. Просто сохранимся. Я не знаю, может быть, поспать? У нас 4 утра. Вот мой матрас. Именно мой. А можно, наверное, ну, к 8, наверное. 4 часа, то есть, отдохнем. Как раз персонаж отдохнет и светлее станет. Как забавно чавкает он. Так, и теперь... Нет, это бункер. Вот тайник, по идее, про который я не знал, да? А вот еще один тайник. И вот третий тайник. А нам, по идее, вот сюда. Тут что? Аномальная роща. В общем, можно сюда сначала сходить. Возможно, сюда. А потом только аж сюда. Ну, хочу сказать, что, скорее всего, если мы пойдем сюда и потом сюда, найдем достаточно много артефактов, нам придется вернуться на Янов, потому что они тяжелые. И идти перегруженным на каких-то либо мутантов, это просто, ну, смешно. В общем, давайте сначала на этот тайничок, потом сюда.
Вообще нужно осваивать территорию, потому что... Ну, я вообще не знаю, что и да как тут. Давайте послушаем. Ага, ничего вообще не хочет сказать мне. Видимо, истории закончились. Одна лучше другой. Где-то тут тайничок. А. Вот тут, да, наверное? В вагоне, скорее всего. Или под вагоном. Ага. Тут можно запрыгнуть. Не вижу. Неплохо так тут радиация штырит. Ну вот прям я где-то... Ага, вон по идее, да? Чем мы подняли? Пачку сигарет, журнал, фотография женщины. И все, видимо, да? Ну и ладно. Так, нам сюда. Что-то 8 утра, а нифига не светло. Уже почти 9 даже. Я не знаю, обойдут они меня или нет. Так, вот, уже видно, да? Эту рощу нашу. Причем тут, по идее, химзащиту нужно. Вон, кстати, плоть, по-моему, просто сдохла, именно зашла в эту аномалию, и все. Так, давайте сохранимся. Попытаемся посмотреть, возможно, тут у нас есть артефакты. Вон, кстати, еще одна аномалия. Скорее всего, мы туда сходим. Что-то я вообще не наблюдаю. То есть в тупую нужно пару раз забежать. Даже можно не осторожничать, потому что мы сохранились перед этим. И просто посмотреть, тут что-то есть или нет. Потому что что-то я вообще не наблюдаю, ничегошеньки. Возможно, где-то в центре просто тайник какой-то. Не знаю. Вообще абсолютно ничего нет. Окей. Давайте просто ее тогда обойдем.
Но все равно достанем и, возможно, что-то найдем. Вообще ничегошеньки. Тихо-тихо-тихо, смотрите-смотрите. Собаки напали на псевдогиганта или что? Вы видите, он согрелся реально на меня. То есть он идет ко мне. Но на него мы очень много потратим патронов, поэтому я не знаю даже, как так разумно. Ой, вроде нормально. Так, 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 так. Так, делаем ноги. Главное, на собак не наткнуться, потому что это будет очень печально. Еще фризы просто. Все, парень ползет, и поэтому можно вот так ему всадить. Окей, глаз и рука псевдогиганта мы продадим, но штуки две точно заработаем. Так, там я видел вроде как труп. Только вообще непонятно что-то. Плоть. Отлично. Там у нас карьер. Опять же, там есть аномалия. Возможно, там есть артефакты. Еще один псевдогигант. Если честно, я вообще не люблю с ними, я не знаю, сражаться, потому что на них достаточно много уходит боеприпасов. Еще плоть. Как видите, он меня уже увидел. Ко мне еще, по-моему, собаки идут. Коты. Сейчас попробуем убить. Где-то такое видано. Сталкер бегает за котом. Сталкер бегает от кота, это нормально. Вот сталкер за котом, это ненормально. У меня есть очень крутая граната, но если удачно попасть... Бомбануло-то как. Еще 2000. Пожалуй, сохранимся. Бомбануло неплохо. Так, может быть, у нас тут тайничок? Абсолютно ничего, но дозняк радиации получил конкретно, поэтому просто делаем перезагрузку.
Отлично. Там кошак не бежит назад. Окей. Так, вон плоть. Можно там забрать, что там будет, мясо или кожа. Или ничего. Так, там что-то было. Причем спрятали, умело спрятали. Там был чай и сигареты, по идее, или нет. В общем, там что-то было. Тут ничегошеньки. Тут тоже. Так, ну что, давайте. Ого. Да. Нужно было под ноги себе бросать. Интересно, да, загрузилась игра? То есть погодные условия иногда меняются. То есть я могу сейчас перезагрузить опять же игру и... Точнее, запись. Там уже будет, допустим, дождь, туман. Есть артефакт. Так, где-то тут опасность есть. Забираем. Тихо, 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 тихо. Я еще и выжил. Ой-ой-ой, что-то я не той дорогой побежал. Да ладно. Я думал, стоит сохраниться. Душа. И я без понятия, почем ее можно продать. Вообще, я практически не продавал еще ни одного артефакта. Ну, то есть, там парочку буквально. Потому что мне еще не хватало там что-то на Скадовске купить. Хотя у меня там штук, наверное, около 10 артефактов. Плюс еще тут у меня штуки 3. То есть, все, в принципе, очень хорошо. И если все это продать, у меня... Будет, ну, тысяч, наверное, 200 точно. Я уверен, там что-то есть. Ну, пока неохота туда идти. Так, а что там у меня с броней? Вот шлем вообще дико пострадал. Я даже не знаю, можно ли... Нет, нужно будет другой какой-то клей купить.
А хотя ладно, давайте, знаете что? Подымемся, посмотрим, что тут. Чтоб потом не бегать по 20 раз. Тут у нас есть мостик. Давайте сохранимся и просто посмотрим, что тут. Потому что бывает в таких местах просто секреты лежат. Допустим, там может быть секрет или вот. Как видите, тут у нас военные карты. Лопата, бомба, армейская аптечка. Тихо. Артефактов вроде я не наблюдаю. Я же говорил. Окей. Окей. Есть кто дома? Так, хорошо, но если тут поставили мостик, значит, должна быть дверь, правильно? Или неправильно? Можно, конечно, попробовать. Я думал на дерево залезть. Оу, смотрите. Давайте. Паркур! Пробовать. Я не знаю, допрыгну я, не допрыгну. Окей. Мы это сделали. Ну-ка. Есть что? Так, вот тут. Ага. А тут что? Там спокойно, да? Вот тут у нас тайничок и достаточно хороший тайник. Посмотрите, сколько аптечек, жрачка, вода. Точнее, водка и даже крепкий напиток, то есть энергетик. Вот это я понимаю тайник. Вот это реально круто. Ну и ладно. Так, а что там? Тихо. Как-то он так лезет. И дергается. И лезет. Смущает меня. Окей. Возможно, там что-то есть. Там вроде бы как ничего. Давайте проверим кое-что. Я могу? Ну да. Я могу.
Сейчас осмотрим это место и закончим серию. Потому что она уже полчасика получилась. Давайте бесплатный цирк попытаемся показать. Твою мать! Но это не так было больно. Я так понял, больше секретов не будет. Ага, тут вообще можно было спуститься. Действительно, узнали, когда там ноги сломал, допустим. Так, ну, в принципе, я думаю, тут больше ничего нет. Ну, 100% основное мы взяли. То есть, достаточно неплохие тайники были. Давайте тут попытаемся спрыгнуть. Ну вот, как-то так. Я думаю, достаточно неплохо осмотрелись. Осмотрели это место. И, пожалуй, давайте закончим, потому что, скорее всего, я побегу что-то продавать, потому что у меня уже перевес. В следующей серии сходим уже сюда. И, возможно, потом сразу сюда. Окей, ну, спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Кто это бежит? Крыса? Вот так вот. А, ну, собственно, всем пока, всем удачи.